В основе финансовой консультации банка СЭП лежит идея о том, что даже самые разные жизненные цели всегда нужно рассматривать как единое целое. Это означает, что мало просто принять отдельное решение. Важно, как это решение повлияет на жизнь в целом. Например, выбирая кредит, человек оценивает лишь то, какой ежемесячный платеж он может себе позволить. При этом часто он забывает о других целях, лишая себя возможности выбора. Возможно, заемщик больше не сможет создавать накопления, чтобы отправиться с семьей в путешествие. Начнет позже копить на пенсию или откажется от вложений в обучение детей. Однако компенсировать это позже будет все сложнее. Если же вам будет видна общая картина своих финансов, вы сможете использовать все возможности. Чем раньше вы начнете вкладывать в свое будущее, тем меньше средств понадобится, чтобы достичь желаемого результата. Но как не упустить ничего важного и принимать верные финансовые решения вовремя? Чтобы сохранить баланс между накоплениями и обязательствами, необходимы финансовые цели для каждого жизненного этапа. Как, например, финансовая стабильность в молодости, забота родителей о детях, достойный уровень жизни в пожилом возрасте. Финансовая консультация позволит увереннее планировать будущее. Зарегистрируйтесь на консультацию банка СЭП на сайте sep.lv/консультация.